паста прозрачные ногти, которые можно носить как обычные натуральные ногти, можно их использовать под покрытие. И второй вид маникюра — это нюдовый маникюр, сейчас очень популярный в салоне. Это когда мы используем только камуфлирующий гель, и вот с таким маникюром клиенты покрывают защитой и ходят. Может быть, где-то специально создают такое, да, используя камуфлирующие цвета уже. Но я вам хочу показать сейчас два вида маникюра, как это делается легко и быстро. И это вообще не сложно для тех, кто, в принципе, еще только об этом задумывается. Наталья у нас сегодня почетная модель. Как раз таки два вида, давайте на черную поверхность. Так, хорошо? Видно. Два вида у нее ноготков. Давайте вот эти загнем. Вот у нас получается два ноготка. Один у нас, мы сняли гель-лак, вот здесь у нас появился скол. Вот здесь у нас на ноготке появилась такая легкая бахрома. Знаете, что такое бахрома? Когда ногтевая пластина от материала отслаивается, и она тоненькая, и получается материал спиливаемый, и вот такая тонкая бахрома получается на свободном крае. Вот в этом случае, девочки, никогда не сохраняйте эту бахрому. Подпилите, укоротите, пусть даже он будет чуть короче ноготок, но вот эта тонкость не будет держать никакой материал. Поэтому, что я сделала? Ну, вы видели уже. Я сейчас, давайте начнем с самого начала. Самое первое, с чего мы начинаем нашу работу, это, конечно же, наш любимый антисептик. Сначала мы обрабатываем ручки мастера, не забывайте, и только на влажные ручки мастера мы кладем ручку клиента и обрабатываем ручку клиента. Если вы работаете с перчатками, точно так же вы одеваете перчатки и их обрабатываете антисептиком. И на мокрую ручку свою кладете ручку клиента и тоже обрабатываете с двух сторон. 2 минутки действия антисептика, он высыхает и работает он своими свойствами антисептическими в течение 2,5 часов. То есть, в принципе, та процедура, которую мы сделаем, ну, закончится в это время. То есть мы защитили себя и своего клиента. Дальше, что нам нужно? Второе, после чего, после обработки рук, конечно же, мы будем делать снятие материала старого, да, который у нас был. Ну, я не тратила время ваше и сделала это заранее, кто-то уже видел, да? Сделала я это аппаратом. Вот такой вот насадкой керамической, да, в форме кукурузки, с насечкой кукурузки, на 15-20 тысячах оборотов. Да? То есть машинка, если у вас мощная, девочки, 20, если она мощная и хорошая, ну, это где-то мощная, хорошая, это 35-40 тысяч оборотов, то 20 тысяч, то есть ровно половину, да, от этого это хорошие обороты для того, чтобы снять материал искусственный. Если у вас машинка слабенькая, ну то есть получается меньше 30 тысяч, то включайте прямо на 30 тысяч, на всю мощь. Потому что слабая машинка, больше оборотов, она, ну, скажем так, медленнее работает. Так, я сняла и подготовила ногтевую пластину именно свободный край. То есть я отпилила бахрому, которая вот здесь была у нас. Пинцер – это обезжириватель, девочки, который выполняет несколько функций. Первое, что он делает, это, конечно же, обезжиривает ногтевую пластину. То есть при помощи своего состава, содержания определенных спиртов, он под, вот эти жиры, которые у нас не только на коже, да, и на ногтевой пластине есть жиры и липидные слои, он их как бы растворяет. Все-таки это жесткая система. Мы чуть-чуть поджимаем его для того, чтобы просто хорошая арочка у нас была, и просушиваем еще 15 секундочек. На данном этапе, так как мы опять же заявляем акригель с гель-лаковой системой, мы перед гель-лаком, мы же не будем гель-лак потом пилить с вами, правильно? Мы перед нанесением гель-лака мы сейчас с вами создадим свободный край. Я наношу еще раз опять жидкую сверху базу, для того, чтобы убедиться, что у меня все промазано, все, ну, как бы, чтобы не отлетел он у нас. Просушиваем еще 30 секундочек. На этом этапе я могу одеть перчаточки. Пока мы тут подпиливаем.
обезжириваем его и создаем свободный край. Опять же, соблюдение всех наших